Решите задачу. Высота бутылки 21 сантиметр, а высота воды в нем 12 сантиметров. А если перевернуть бутылку, высота воды увеличится и станет... 15 сантиметров. Жалко, что так с членом не работает. Вопрос. Какую часть бутылки занимает вода? Даю вам 10 секунд подумать, пока я пытаюсь крутить бутылкой. Первый шаг могут догадаться почти все. Очевидно, объем воздуха в первой бутылке совпадает с объемом воздуха во второй. Так как высота бутылки 21 см, а высота воды в этом случае 15 см, значит высота воздуха во второй бутылке 21 минус 15 – 6 см. Все. Несмотря на то, что мы нашли все высоты, кажется, что задача все-таки невыполнима, потому что нет радиуса цилиндра бутылки, и тем более горлышка, которая отличается от основной части. Но как раз-таки это горлышко нам и не надо. Потому что если мы хотим сравнить объемы воды и воздуха только за счет высоты, радиусы цилиндров, в которых мы их сравниваем, должны совпадать. Тогда они при сравнении объемов просто сокращаются, и все будет зависеть от высоты. А где радиусы совпадают? В нижней части первой бутылки и верхней части второй. Я думал, это будет проще. Получается цилиндр, который состоит из воды и воздуха, где вода это 12 сантиметров, а воздух это 6 сантиметров. Всего 18 сантиметров. Значит, вода составляет 12/18, то есть 2/3 части всей бутылки. Это и есть ответ. И как всегда, спасибо за просмотр.